начинать стоя. Это два охотника встречаются. Один у другого спрашивает: слушай, ты все время убиваешь медведя, а я никак не могу на него попасть. Как ты это делаешь? Он говорит: это элементарно. Слушай и запоминай. Ищешь в лесу огромную-огромную нору, вот такую нору, это есть берлога. Подходишь к ней и кричишь: ага, в нору, а тебе должно оттуда у-гу-гу. Если сказала у-гу-гу, засовываешь туда ружье и делаешь так: тух, тух, тух. Потом залазишь в нору, медведь готов. Понял? Понял. Встречаются они через 2 недели. Тот, который спрашивал, весь замотанный, в гипсе, все на винтах, рот зашит, блин, весь перемотан, один глаз такой. Он говорит: так что с тобой? Он говорит: я на охоте ходил. И чё? Нашел я в лесу такую нору, как ты говорил, большую. Ну и что дальше? Я к ней подошел, к этой норе. Ты же сказал, что там живет медведь. Ну? Я к ней подошел. Говорю ей: ага! А мне оттуда: ого! Я понял, что там медведь. Я засовываю туда ружье и делаю тух! Один раз тух! Второй раз и третий тух! Вот. Пошел я туда голову засовываю! Оттуда выезжает поезд. Шу-шу-шу!